Испанские ученые открыли астероид, который полностью повторяет движение Земли вокруг Солнца. Специалисты уверены, что он может столкнуться с нашей планетой и нанести серьезные разрушения. 60-метровый космический объект приближается к Земле довольно быстро. Через год он подойдет на расстояние в 700 тысяч километров. Это всего в два раза больше, чем от нас до Луны. Как только это случится, астероид изменит свою орбиту под действием полей Земли. И тогда, как говорят астрономы, есть два варианта. При хорошем стечении обстоятельств астероид улетит в космос, и Земле ничего угрожать не будет. При плохом сценарии космическое тело столкнется с Землей. Если это произойдет, последствия будут соизмеримы с разрушениями, вызванными знаменитым Тунгусским метеоритом. Площадь поражения будет размером с Москву. Впрочем, прогнозы российских ученых оптимистичны. Они уверены, что Земле ничего не угрожает. За последнее время это не единственный астероид, который заставил ученых поволноваться. Около месяца назад небесное тело величиной с трехэтажный дом подошло на минимальное за полвека расстояние от Земли, примерно 60 тысяч километров. Правда, это сближение никак не повлияло на нашу жизнь. Астероид благополучно поменял траекторию и улетел в космос. Но по утверждению астрономов, в октябре 2013-го он снова может к нам вернуться.